Далее к теме медицины. В этом году в области уже зарегистрировали 5 случаев заболеваний клещевым боррелиозом. Это инфекция, которая может привести к тяжелым для здоровья последствиям. Но, как отмечают специалисты, процент заражения невысок. В том числе благодаря своевременным действиям регионального управления Роспотребнадзора. Ситуация под контролем. В скверах, парках, других общественных местах проводят акарицидную обработку. Кроме того, по вопросам профилактики инфекции, которые передаются через укусы клещей, можно обращаться по телефону 8 800 222 04 31 по будням с 10 до 17 часов. Горячая линия будет работать до 26 мая. А вот что рекомендуют специалисты, чтобы обезопасить себя уже сейчас. Это обязательно закрытая одежда, желательно высокая обувь. И если вы все-таки любите гулять в лесу, не забудьте осмотреть себя после того, как вы из леса пришли. Если вы все-таки обнаружили клеща, необходимо обратиться в медицинскую организацию с тем, чтобы этого клеща достали. Мифы о том, что нужно смазать маслом или еще какие-либо самостоятельные способы излечения клеща, могут привести к тому, что, собственно, клещ все-таки останется в теле человека, и уже в дальнейшем доставать его будет намного тяжелее.